Производители саженцев не исключают, что откажутся от своего бизнеса из-за того, что выросли расходы на семена, химикаты и топливо. Повышать цены на свою продукцию они не хотят, переживают, что вообще не будет покупателей. Одни пользуются тем, что цены на деревца пока не поднялись и покупают все, что нужно для сада, а другие не спешат, хотят, чтобы саженцы были еще дешевле. Малины купосел есть, и смородины, агриш, персик. Сын Петич, Литва. Анастасия Костровец из села Цепала Иловенского района приехала в Кишинев с мужем. За 19 саженцев заплатили 950 леев. Треба с купером, с храним купилажей. Прицу и ланерама и кто-то очень дядька купарат. Шануйся в этом сала скупил. Саженцы винограда тоже не подорожали, но некоторые покупатели надеялись, что в этом году они будут дешевле. Anul trecut a fost un preț din cauza că a fost foarte mare umiditate, foarte mari ploi și butoașii nu merg sunt atât de bine. Putem să spunem că anul ăsta un pic poate fi diferit, dar... Некоторые покупатели выбирают экзотичные деревья, уверены, что получат плоды. Я по хурма обрел скумпер, к ей адаптаты, бини, калита ла ной аичи. Face roadă. Eu am adus, dar s-a uscat la mine, dar au făcut roadă. M-am mutat pe internet, trebuie îngrășăminte, trebuie diferite astea. Гуной, депоз, девак, что. Производители саженцев подтверждают, что не повысили цены в этом году, хотя расходов у них больше. Не исключают, что вообще откажутся этим заниматься. Avem chimicatele care le stropim copacii. Avem materialul săditor care îl cumpărăm. Asta tot e o sumă mai mare, dar cât am plătit în an. Asta cu jumătate încă e mai mult. Și acum înseamnă că dacă să ne ia să sădim, să creștem copacii, e bine, dar dacă nu, înseamnă că renunțăm și așa să facem așa cum toți. Plecăm peste hotare la lucru, să lucrăm pământul ca cuiva, nu pe nostru. У фермеров сложности и с получением документов для продажи саженцев. Fel de documente trebuie, fel de fel care am avut una, acum cu totul alta, s-a anulat așa, trebuie să mai alergăm și asta pentru noi e foarte greu. Nu putem să vindem chiar și copacii ăștia noștri. După cerințele care îi sunt acum. Саженцы на оптовом рынке в Кишиневе появились в начале недели. Фермеры продают то, что осталось после осеннего сезона.